Казахстане намерены ужесточить контроль за медиками, проверяющими авиаперсонал перед вылетом. Об этих изменениях сегодня в Мажилисе сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау, когда презентовал закон об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации. По его словам, только за прошлый год зафиксировано больше 80 случаев выдачи поддельных медицинских справок пилотам, бортпроводникам и инженерам. Как ожидается, контролирующие функции закрепят за авиационной администрацией, которая будет сертифицировать медцентры и выдавать разрешительные документы. А при выявлении противозаконных случаев медэкспертов намерены штрафовать и даже лишать лицензии. Устанавливается административная ответственность медицинских экспертов за выдачу недостоверных заключений по допуску авиаперсонала. Значит, 100 минимальных расчетных показателей за недостоверных, при повторном 200 минимальных расчетных показателей. А также нарушение требований законодательства в сфере аэронавигации, соответствующие тоже объем штрафа. Должностных лиц за обеспечение авиационной безопасности. То есть в существующем законе у нас предусмотрена административная ответственность организации. Сейчас помимо ответственности организации еще вносится и ответственность должностных лиц.